Прекрасно знаю, что это дочерняя организация. Добрый день. Мы будем проводить акции, мы будем проводить какие-то действия по предотвращению этого безобразия. Олигарху Женина нам уже не помогает. Вы сегодня здесь, в субботу утром, почему? Да, я не могу быть просто безучастным к тому воровству и тем преступлениям, которые в нашем городе происходят. Причем происходят под руководством нашего мэра. Вот, поэтому это надо прекращать, и бандитов, которые за этим стоят, а они же и чиновники, их нужно призывать к ответственности. Я пришел поддержать, ну, в первую очередь, активистов, которые болеют за свой город, вот, потому что, ну, вот, активных людей не так много, как мне хотелось бы, и их нужно поддерживать. Поэтому я пришел поддержать, в первую очередь, активных граждан, вот, своим присутствием. А какую вы идею поддерживаете из тех, которые здесь прозвучали? Идею о том, что горожане и граждане Украины должны сами участвовать, самоорганизовываться и влиять на все важные решения, которые принимаются, в том числе и в городе. Это самое важное, то, что рядом с их домом происходит. Скажите, каким вы хотите видеть центр города Одессы? Ой, ну, я думаю, что я не скажу ничего нового. Я думаю, каждый одессит хочет видеть город таким, каким его создавали Ришелье, Дерибас, да тот же Воронцов. Вот, чтобы это был действительно европейский город, замечательный, со своим колоритом, пока он еще не исчез. А по поводу трассы здоровья, какие у вас есть рекомендации? Дело в том, что я велосипедистка, и я очень часто езжу по этой трассе. Мне бы не хотелось, чтобы эту трассу уничтожили, потому что это тоже лицо города. Трасса, я горжусь нашей трассой и бесконечно радуюсь, когда езжу по ней на своем велике. Как многие знают, я повторю сейчас для всех, чтобы все слышали, Демальянс и Генпротест предлагает сегодня в 2 часа выйти на трассу здоровья, где уже начались работы по благоустройству, так называемые работы по благоустройству, и высказать свое отношение непосредственно к этим работам. Предлагаем желающим пробраться.